Друзья, всем привет, и мы продолжаем игру Вселенная Супер Схваток. Сегодня у нас прошло новое обновление, добавили разработчики всевозможные задания. Ранее это не было. Кроме того, сегодня я хотел бы сыграть со всеми самыми сильными бойцами и добить испытания магия воздуха. Вот, поэтому, друзья, давайте-ка сразу же отправимся в это испытание, только я подберу самых сильных бойцов. Итак, кто у нас самый сильный боец? И как ни удивительно, это сейчас у нас Анжелика Пиклз. Она находится самого высокого уровня. Вот дальше у нас идет Линкольн, а дальше уже Дэнни Призрак. Итак, друзья, для первого боя давайте-ка я возьму эту команду. Ну и постараюсь дальше взять самых сильных бойцов. Что ж, здорово. Итак, друзья, финальный бой. Магии испытания воздуха. Вот сегодня нам нужно собрать три ключа и вот добить это испытание. Что ж, друзья, вперед. Давайте-ка посмотрим, что нас ожидает. Что за карта довольно-таки сложная, но я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, как мне добраться до первого ключа? Давайте-ка я посмотрю. Ага. Ну, давайте-ка я пока пойду по верхней линии. Вот, и у нас битва с Линкольном. У кого есть преимущество? Ни у кого. Ну, тогда пусть сражается Анжелика Пиклз. Вот, хотя, вот, посмотрю. Да, вот видите, ни у кого нет преимущества. Поэтому, надеюсь, Анжелика справится с Линкольном. Вот, пока Анжелика у нас самый сильный боец. Ну что ж, вперед. Итак, первая битва. И я попробую применить тяжелый удар Анжелики. И вот удар с вертушки не прошел. Вот, отлично. Удалось немножко ударить Линкольна. А, ты вредина. Да-да-да-да. Вот пыталась Анжелика что-то сделать. Вот еще пытаемся сделать. Ах ты вредина. Очень оказался мощным. Вот. Да, вот Анжелике удалось его подловить. Но и Линкольн оказался. Ах ты вредина. И особый удар Анжелики ее вот огненной короной. Вот отлично. И так надо добивать. И да, победа. Ну что ж, Линкольн оказался непрост. Тем не менее, Анжелика Пиклз его победила. Кстати, друзья, здесь очень нехорошо вот проигрывать. Я немножко забыл. Вот у нас в испытаниях не возобновляется сила, поэтому... Вот, нужно будет играть очень аккуратненько. Что ж, вперед. И следующая битва с Котопсом. И у Дэнни Призрака есть преимущество. Что ж, пусть этот герой сражается. И надеюсь, у него не очень неплохо получится. Вот, причем мне нужно экономить жизнь. Вот, поэтому сразу же попытаемся нанести повреждение. Да-да-да, ах ты вредина. Вот, неплохо, есть. Ах ты вредина. А ну-ка, друзья, вот попытаюсь использовать супер удар. И он проходит мимо. Пытается что-то сделать кот-пес. Давайте-ка я попробую его атаковать. Отлично. И да, давай-ка, Дэнни Призрак, я верю, у тебя все получится. Супер удар. И кот-пес уничтожен. Ну что ж, очень мало жизни удалось снять Котопсу. И мы переходим к следующей битве. Да, 96 единиц слайма, это здорово, и интересно посмотреть следующую битву. И да, есть наш первый ключик, замечательно. Отлично, дальше у нас битва с Белкой Сэнди. Вот, и давайте-ка я возьму Линкольна. На сей раз, кстати, один из любимейших моих бойцов. Несмотря что Анжелика сильнее, Линкольна мне нравится больше сражаться. Итак, удар вантузов. Ах ты, вредина. Сэнди не дала нашему Линкольну шанса ударить. Вот смотрите, как круто идет в атаку. Ух, пробивает защиту. Я в шоке. Вот, ах ты, вредина. Вот так, да-да-да. Удалось нападать Белки Сэнди. И удар Линкольна из взводного ружья. И победа. Просто-просто супер. Ну что ж, отличнейший бой. Отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. Вот пока наша команда меня радует. Вот очень даже неплохо сыграла. Вот немножко жизни потратили, но надеюсь, это не страшно.
Итак, следующая битва у нас с Патриком. И у Дэнни Призрака есть преимущество, поэтому он и будет сражаться с Патриком. Итак, давайте-ка посмотрим, что наши герои сможет сделать с Патриком. Вот не буду я сразу же атаковать, сразу же в защиту. Вовремя я это проделал. И смотрите, как он классно пинает Патрика. А ну-ка, друзья. Нет, не сумел вот его взять сильным ударом. Тем не менее, вот удары ног и рук проходят очень здорово. Отличный так супер удар. И Патрик выживает. Ух ты, вредина. Вот тем не менее... Ой, ты смотри, что делает. Вот тем не менее, Дэнни Призрак без проблем побеждает этого... Эту морскую звездочку. Итак, Патрик уничтожен, а мы получили победу. Супер! Ну что ж, вперед, друзья. Итак, у нас еще один бой. И вот мы даем с вами до финала. Ага, вот он, этот мальчик Аганг. Вот Аанг, вот и против него либо сражаться Анжеликой Пиклза, либо Линкольном. Очень мало жизни у Анжелики, поэтому давайте-ка, друзья, я пока возьму Линкольна. Если же он погибнет, тогда возьмем другого героя. Итак, вперед. Довольно-таки силен Аанг, но я не думаю, что он сумеет. Ох, как здорово удалось его подловить. И вот, ну и что ж, друзья, это победа. Вот пошел, ой-ой-ой. Подловил Линкольна, но тот его добивает при помощи водного ружья, и мы получаем победу. Замечательно. Ну что ж, итак, друзья, удалось пройти пока поверху, удалось собрать первого ключа, что, конечно же, здорово радует. Вот, ага. Итак, Аанг, невероятно, у тебя есть задатки, настоящая аватара, друг. Ну что ж, здорово. Итак, друзья, есть первый ключ, есть возможность открыть сундук. Вот за то, что мы прошли это испытание. Ну и, конечно же, дальше вот у нас будет сундук за три ключа. Итак, давайте-ка пока откроем обычный сундук. И да, у нас появился Аанг, разблокирован. Просто супер, друзья. Нужно будет обязательно протестировать этого героя и либо его прокачать. Давайте-ка я посмотрю. Кто смотрел, друзья, в прошлых сериях мы с вами уже вот открыли Кору. Ну а сегодня у нас открыт Аанг. И, конечно, было бы неплохо его прокачать. Вот, нет, мы не хотим выйти из игры. Давайте-ка мы вот возьмем дальше наиболее сильную команду и пойдем дальше в испытание. Итак, опасный малый место Анжелики. Вот Лео место Линкольна. И Донни место Дэнни Призрака. Ну вот здорово. Итак, друзья, отправляемся с вами дальше в испытание. Вот и вот. Итак, магия воздуха. Магия воздуха. Нам нужно найти очередной ключик. Давайте-ка мы попытаемся его добыть. И на сей раз давайте-ка я пойду посерединке. Итак, у кого есть преимущество? Либо брать вот, опасного малого, либо Лео. У Дони почему-то уменьшение. Что ж, пусть будет опасный малый. Вот, надеюсь, он справится без проблем с Линкольном. Вот, я думаю, у нас все получится. Итак, вперед. Эпическое сражение. И сразу же мощная атака. Эх ты, вредина. Вот, не дает использовать вот атаку опасного мало. Ну что ж, мы тогда контратакуем. Буду стараться меньше попадать под атаки. И супер удар опасного малого. И победа. Вот, не стоит попадать под вражеские атаки, так как нам здесь нужно экономить здоровье, чтобы не лечиться. За лечение очень много тоже идет слайма и кристалликов. Что ж, как видите, опасный малый очень неплохо себя показал. И сейчас нам нужен второй ключ. Вот он, вот он. Итак, да, есть. Второй ключ собран, и у нас битва с Рока. Вот, кто будет сражаться с Роком, ну, пусть это уже будет Лео.
Вот, надеюсь, он сейчас очень неплохо справится со своим мечом. Попробуем использовать сразу же тяжелую атаку. Не уверен я, что получится, но я попробую. И есть! Да, Лео очень здорово подловил Рока. Вот отлично, ну просто замечательно. Итак, победа, вот шутя, Лео справился с этим кенгуренком при помощи своего меча. Вот очень круто и здорово получилось. Отлично, друзья. Итак, идем с вами дальше. И сейчас будет уже очередь Дони. Собираем сундук. Вот, отлично. И идем в следующую битву. Итак, кто здесь у нас? Это Котопес. Вот, у нашего опасного малого есть преимущество. Вот, но все-таки давайте-ка я возьму Дони. Пусть Дони сразится с Котопсом. Вот и покажет себя в этой битве. Отлично. Итак, вперед в атаку. Сразу же в защиту. Вот, отлично. Ах ты, вредина. Вот, решил я атаковать не вовремя. Отлично. Итак, давайте-ка атакуем Котопса. Ах ты, вредина, что делает? Да, вот. Итак, Донни бьет. Ой-ой-ой, что это? Это мощная атака. И да. Вот так просто расплющил вражеского котопса при помощи своего молота. Ну, в принципе, я в курсе за тяжелую атаку. Почему высветилась эта фишка, непонятно. Ну, как-то так. Что ж, отличнейшая победа, отличнейший бой. Удалось просто расплющить вражеского героя. Итак, друзья, нам предлагают восстановить энергию. Давайте-ка я для этого потрачу кристаллы. Да, энергия восстановлена, и мы идем с вами вот финальный бой с Аангом. И у нашего Лео есть преимущество, поэтому пусть Лео и с ним и сражается. Вот, кстати, очень крутой бой Лео против Аанга. Вот, посмотрим, что из этого получится. Итак, сразу же я пойду в защиту. Не хочет идти. Ах ты, вредина, подловил Лео. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка использую. Ах, не удается использовать тяжелый удар. Ой-ой-ой, друзья, это было опасно. Это было опасно, не стоило мне этого делать. И супер удар Лео. И вот удалось снять жизнь Аанга. Ой-ой-ой, друзья, и выбивает Аанг наша Лео. Обидно, досадно. Не стоило мне использовать Лео. Вот нужно было сразу использовать тяжелый удар. Ну, как-то так. Вот обидно, досадно, Лео выбили. Тем не менее, мы можем продолжить битву. И пусть Донни отомстит за брата. Вот, сейчас надеюсь, что удастся справиться. И давайте-ка я уже буду более аккуратен. Пойдем в защиту. Итак, вот, отлично. Вот, да, вот, неплохо. Отлично, Донни, вот, отлично. Итак, держим защиту. Ой-ой-ой, смотрите, что делает. А ну-ка. А теперь супер удар Донни, и Донни добивает его из помощи своего палки ружья, и мы получаем победу. Ну что ж, супер. Вот, отомстил за брата. Очень, я считаю, мы неплохо сыграли, и мы идем с вами дальше. Здорово. Итак, поздравляем нас с победой. Отлично. И у нас уже есть второй ключик. Здорово. Ну что ж, еще нужна одна победа. Нужен еще один ключ. И мы получим особый сундук. Да, но прежде нам нужно подобрать героев, конечно же. Да, вот, кстати, друзья, у нас после обновления есть возможность собирать какие-то интересные плюшки. Давайте-ка соберем. Вот, здорово. Ага, даже вот 10 единиц энергии мы сможем собрать, когда победим схватки и еще какие-то сундуки. Что ж, здорово, друзья. Итак, вперед. Дальше давайте-ка я соберу следующих бойцов. Вот кто у нас дальше идет сильнее, это Патрик. Вот отлично, это у нас Дженни. Давайте-ка возьмем. И это у нас еще Губка Боб. Вот, кстати, кого из героев из этих мы можем прокачать, вы видите зелененькие стрелки.
Поэтому пишите в отзывах в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну а пока давайте-ка отправимся вот в испытание магии воздуха. И попробуем добыть последний ключик, чтобы уже сегодня пройти это испытание. Итак, вперед. Через верх и серединку мы проходили, а вот через низ нет. Поэтому, друзья, мы идем с вами через низ. Вот и попытаемся добить первый ключ. И у нас битва с Гиром. Вот, у Дженни есть преимущество, поэтому вот битву начнет Дженни. Отлично, итак, вперед. Давайте-ка сразимся с этим Гиром. Вот сразу же мощная атака Дженни. И да, ух, как здорово. Ой-ой-ой, друзья, досталось нашей Дженни. Но Дженни молодец, неплохо держит удары. Ах ты вредина. Итак, ах ты вредина, смотрите, что делает. А ну-ка, супер удар Дженни при помощи фена. Вот, и Гир уничтожен. Отлично, умничка. Просто великолепно. Вот, причем сохранила очень много здоровья. Что, конечно же, здорово радует. И мы переходим к следующей битве. К следующей карте. Итак, да, есть, есть, друзья. Итак, нам удалось собрать третий ключ. И очередная битва с Дженни. Итак, у кого у нас есть преимущество? У Патрика, наоборот, уменьшились преимущества. Поэтому давайте-ка я возьму губку Боба против Дженни. Вот интересная битва, и сейчас мы посмотрим, что из этого получится. Итак, мощная атака губки Боба, и Дженни его вот пинает и наносит повреждение. Вот, ой-ой-ой, досталось губки Бобу. Отлично. Итак, вот нужен супер удар, и вот, да, удалось снять очень много жизни Дженни, и губка Боб продолжает наносить повреждения. И наносит добивающий удар. И мы получаем победу. Просто-просто супер. Ну, как видите, все неплохо у нас сейчас получилось. Вот, движемся дальше. И надеюсь, что сейчас мы уже с вами уже добьем и это испытание. Итак, очередной сундук. Вот, и очередной враг. Это у нас Линкольн. Итак, у кого есть преимущество? И у Патрика есть преимущество перед Линкольном. И надеюсь, что сейчас неплохо вот наш герой справится с этим врагом. Отлично. Итак, мощная атака Патрика не проходит. Вот Линкольн первый начинает удар. Но Патрик молодец тоже. Вот отлично. Вот наносит повреждение. Вот здорово. Ух ты, вредина, что делает. Вот, а сейчас супер удар Патрика. И он, шутя, вот разбивает, расплющивает, уничтожает Линкольна. Просто здорово. Ну что ж, как видите, неплохая победа. Движемся с вами дальше. И наша награда это слайм. Вот, здорово. Отлично. Итак, идем с вами дальше. Давайте-ка посмотрим, и кто здесь. И здесь нам уже вот нужно будет сразиться с боссом Аангом. Отлично. Итак, у кого есть преимущество? У преимущества есть у губки Боба. Правда, у него мало осталось жизни. Вот я ничего пока лечить не буду. Если он погибнет, надеюсь, Патрик отомстит за своего друга. Отлично, друзья. Итак, вперед в атаку. Вот пока обойдемся без лечения. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить. Итак, сразу же в защиту. Ах ты вредно. Да-да-да. Вот удалось пробить защиту Анга. Ой-ой-ой, друзья. И смотрите, что делает. Вот давай-ка губка Боб. Надеюсь, у тебя все получится. И Анг выбивает губку Боба. Что ж, обидно, досадно. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, вот Патрик отомстит Аангу за губку Боба. Вот, в принципе, у нас еще и Дженни есть. Видите, губка Боб в нокауте. Ну а сейчас Патрик, надеюсь, отомстит за друга.
Итак, вперед, вперед, вперед. Вот, думаю, использовать ли тяжелый удар. Давайте-ка я пока вот так. Ах ты, вредина, смотрите, что делает. Как здорово атакует. Отлично. Проходит удар Патрика. Вот, отлично, отлично. Итак, продолжаем атаковать. Супер удар Патрика. И выживает. И побеждает, выбивает Аан и Патрика. Ну, я просто в шоке. Вот, не дал нашему герою, но у нас еще остается Дженни. Вот, и с ней уже Аангу будет несладко. Что ж, продолжаем битву. И хотя у Дженни, как видите, уменьшена защита и атака, но ей осталось нанести всего несколько ударов, и мы уже получим победу. Итак, вот пробивает защиту, несмотря на блок Аанга, и Дженни выходит победителем. Что ж, друзья, просто здорово. Итак, великолепнейшая победа. Нам удалось собрать три ключа. И, конечно же, давайте-ка мы с вами откроем сундук. Вот, отлично. Итак, давайте-ка откроем сундук и посмотрим, что же в нем интересного. Но я и так считаю, что очень здорово, раз нам удалось добыть вот сегодня Аанга, появился новый герой. Ну и, конечно же, вот мы с вами откроем сундук и посмотрим, что здесь интересного. Итак, улучшение для Аанга. Вот слайм. Ну и это пока все. Кстати, друзья, давайте-ка, наверное, я все-таки улучшим Аанга. Вот, и протестируем его в новом уровне. Я еще не играл этим героем. Очень интересно будет его с ним сыграть. Итак, прокачиваю его немножко. Вот, кстати, у нас достаточно слайма, чтобы его усилить. Вот, а дальше уже, друзья, на этом все. Дальше нам нужны энергетические пирамидки. Да, мне удалось его повысить до 2 звездочек. Я продолжаю улучшать этого героя. И, как видите, он уже переходит на более высокий уровень. Вот, ну, вот так круто мы сегодня прокачали Аанга даже без ваших вот подсказочек. Просто, друзья, я решил потестить этого героя в сегодняшней одиночной битве. И на этом сегодня уже будем прощаться. Итак, друзья, давайте-ка мы потестируем. Ай, друзья, друзья, прошу прощения. Вот вместо Патрика я хочу выбрать Аанга. Вот так. Итак, давайте-ка используем и попробуем. И на сегодня вот на этом уже закончим видео. Итак, давайте-ка, друзья, я вот выберу Аанга и потестируем его в одиночной битве. И он будем сражаться против Микеланджело. Что ж, это прикольно, это здорово. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, мощная атака Аанга. И вот так. Ага, вот здорово она происходит. Вот не сумел достичь Мики. А ну-ка, друзья, давайте-ка еще раз. Не сумел. А ну-ка еще раз, друзья. Итак, попробую. Ах ты, вредина. Итак, а теперь вот вот атака на шару энергетическому. Ой-ой-ой, как Микки здорово подловил Аанга. Вот, но я не думаю, что это ему поможет победить. Итак, еще мощная атака Аанга, и Микки побежден. Что ж, супер, друзья, Аанг победитель, и на этом уже сегодня я с вами буду прощаться. Да, нам удалось вот собрать сундук, что, конечно же, здорово радует. Тем не менее, сегодня я уже на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Напоминаю, из героев у меня уже есть Аанг, вот Дженни, Губка Боб, Анжелика Пиклз, Дэнни Призрак, Линкольн, Опасный Малый, Лео, Донни, Патрик, Рокко, Кот Пес, Тимми Тернер, Тимми Пиклз, Арнольд, вот еще Гир и Кора. Вот.
Вот на этом, друзья, все. Всем пока-пока. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!